أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا، لقد خلقوا لما لو أبصرته عيون قلوبهم تهوهاموا. فروح سوف ترحل في سلام، وروح في الجحيم لها مقام. فروح سوف ترحل في سلام، وروح في الجحيم لها مقام. ليوم الحشر قد عملت أناس، فصلوا من مخافته وصاموا. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Хайякум Аллах джамиан. В этой серии мы затронем тему, по которой тоскуют наши души. Это прекрасная, восхитительная тема. Хауд, водоем пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит в хадисе, который приводится в Сахихе Аль-Бухари. Клянусь Аллахом, сейчас я смотрю на свой водоем. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, видел свой водоем. Этот водоем существует. Хорошо. Кто же придет к этому водоему в день суда? В Сахихе Муслима приводится хадис от Абу Гурейры, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, однажды пришел на кладбище. И пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Мир вам, о верующие обитатели могил! И мы также, если на то будет воля Аллаха, присоединимся к вам. Как бы я хотел увидеть своих братьев!» Взгляни, пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, тоскует по своим братьям и желает с ними встречи. Сподвижники спросили: «Разве не мы твои братья, о посланник Аллаха?» Он ответил: «Вы мои сподвижники, а мои братья — это те, кто еще не пришел в этот мир». И сподвижники спросили: «А как ты узнаешь тех членов твоей общины, которые еще не пришли, о посланник Аллаха?» И пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Скажите мне, если у человека есть лошади с белыми звездами во лбу и белыми кольцами на ногах, у него лошади с белыми звездами во лбу и белыми кольцами на ногах, которые находятся среди лошадей темной масти, то есть среди вороных и красного цвета, вороные и красные лошади, а среди них лошади с белыми отметинами на лице и ногах». Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Разве не узнает он своих лошадей?» Сподвижники ответили: «Конечно, узнает, о посланник Аллаха». Тогда пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, благодаря вуду, малому омовению, они придут, сияя белыми звездами во лбу и белыми кольцами на руках и ногах». То есть у них будут белые лица и конечности, у них будет свет в тех местах, которые они омывали, делая вуду. «О тот, кто соблюдает свой намаз! О тот, кто много берет омовения для намаза! Возрадуйся! Это твой путь к тому, чтобы пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, узнал тебя в судный день». И пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Они придут, сияя белыми звездами во лбу от омовения, и я опережу их у водоема». Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, будет ждать нас у водоема, тосковать по нашему приходу, и он узнает нас по следам от омовения. Давайте же много делать омовения, давайте делать больше намазов. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит, как это приводится в Сунане ат-Тирмизи, и шейх Аль-Альбани назвал этот хадис достоверным: «Поистине у каждого пророка будет свой водоем, и поистине каждый будет стремиться, чтобы вокруг его водоема собралось больше народу». То есть пророки будут гордиться многочисленностью людей, которые придут к их водоему. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, продолжает: «И я надеюсь, что больше всего людей соберется вокруг моего водоема». То есть я надеюсь, что к моему водоему придет больше всего людей. Так давайте делать больше намазов, совершать омовения, праведные дела. Давайте все больше следовать пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, и сунне пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, чтобы прийти к его водоему. Давайте поговорим о том, как выглядит этот водоем, и как его описал пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, как это приводится в хадисе из Сахиха Аль-Бухари: «Вода его белее молока. Вода в этом водоеме белее молока». Хорошо. А какой у нее запах? Аромат ее лучше запаха мускуса. Запах очень хороший. Лучше, чем у мускуса. О, Аллах!
Представь, что ты подходишь к этому водоему, видишь всю эту белизну, чувствуешь этот прекрасный запах. Затем пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «А кувшины его, как звезды неба». То есть эти кувшины сейчас есть у этого водоема. Люди будут пить с них, и их число подобно количеству звезд на небе. Выйди в ясную ночь и взгляни на небо. Как же много на нем звезд! И число кувшинов у этого водоема подобно количеству звезд на небе. О Аллах! Послушай дальше. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит, «Тот, кто выпьет из него, никогда больше не испытает жажды». Все. Всего одного глотка из этого водоема достаточно для того, чтобы ты больше никогда не хотел пить. Как мы уставали в этой дунии, как мы страдали от жажды, но после того, как ты один раз выпьешь из водоема, все. После этого ты обретешь абсолютное блаженство, вечное блаженство, и ты никогда больше не испытаешь жажду. О Аллах! Я прошу Аллаха Святого Велик, чтобы Он даровал нам глоток воды из этого водоема. Также пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит, как это приводится в Сахихе Муслима о своем водоеме. «Воистину, он белее снега. Он более белый, чем снег». Представь себе это. Белоснежный. Белый-белый, как мы говорили. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит, «Вода в нем слаще, чем молоко с медом». Она сладкая. Прекрасный вкус. Слаще и вкуснее, чем молоко с медом. Также пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит, дополняя свое описание, как приводится в Сахихе Муслима, «По длине мой водоем простирается на расстоянии месяца пути, и по ширине столько же». То есть у него одинаковая длина и ширина. Каждая сторона простирается на расстоянии месяца пути. Это как равносторонний прямоугольник, квадрат. Расстояние месяца пути по длине и ширине. О Аллах! Это очень большой водоем. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит, «Вода его белее серебра, а аромат приятнее, чем у мускуса». Я прошу Аллаха Святого на Велик сделать нас одними из тех, кто придет к этому водоему. Будут люди, которым Аллах, Святый и Велик, окажет свою милость тем, что они окажутся из числа первых людей, которые подойдут к водоему и выпьют из него. Почему? Из-за определенных дел, которые они совершали. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит в хадисе, который привел Муслим. «Поистине я буду у своего водоема сзади». Сказали, что это значит, что он будет у задней части водоема, отгоняя людей палкой, чтобы было отказано им в питье, ради жителей Йемена, чтобы они стали одними из первых, кто подойдет к этому водоему и выпьет из него. Из-за чего была им дарована эта великая степень? Потому что они были первыми, кто помог пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, помогли исламу, и ансары были родом из Йемена. Это заставляет всех нас стремиться к тому, чтобы помогать этой религии, помогать пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. И те люди общались с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, и соревновались друг с другом в том, кто больше других окажет ему помощь, и поэтому им была дарована эта степень. Мы не жили с пророком Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует. Но мы на самом деле должны устремиться к помощи религии, помощи пророку Мухаммаду. Даже если другие не двигаются, мы должны состязаться в этом и опережать в этом других людей. И, возможно, Аллах дарует нам такую великую степень. Также пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит о водоеме, хадисе, который привел Ибн Маджа, и шейх Аль-Альбани назвал его достоверным. «Тот, кто выпьет из него, никогда больше не испытает жажды. Выпить из него всего раз, и этого будет достаточно для того, чтобы ты жил вечно жизнь без жажды». Я прошу Аллаха Святого Велик дать нам возможность выпить из него. Затем пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Первыми ко мне подойдут бедняки, мухаджиры, в запачканной одежде, с растрепанными волосами». Эти описания дают тебе понять, что это бедные люди. Они не женились на благородных женщинах, за них не выдавали замуж, перед ними не открывались двери дворцов и домов, потому что они были бедными. Но несмотря на свою бедность и слабость, они совершили хиджру. Они помогали пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. Они зашли в ислам. Несмотря на их собственную нужду и проблемы, они твердо стояли на этой религии. Поэтому даже если у кого-то станет много бед и испытаний, пусть он проявит стойкость. Пусть поможет этой религии. Поможет самому себе тем, что приблизится к Аллаху Святому Велик. И Аллах Святому Велик дарует ему большое воздаяние за все его благие дела. وروح في الجحيم لها مقام ليوم
Представь, я прошу Аллаха не сделать нас из числа тех людей, о которых мы сейчас расскажем. Представь, что ты подойдешь к водоему. Ты хочешь подойти к водоему, как остальные верующие люди, к пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, к водоему пророка Мухаммада, и вдруг ангелы начинают отталкивать тебя и отстранять от водоема. О Аллах! Что ты тогда почувствуешь? Я хочу подойти, хочу зайти, хочу быть с ними. Но нет. Если они тебя отстранили, значит отстранили. Если они отодвинули тебя назад, вперед пути не будет. И у Аллаха просим помощи. Пророк Мухаммада, благословит его Аллах и приветствует, говорит, как это приводится в Сахихе Муслима, «Поистине некоторых людей будут отгонять от моего водоема». То есть некоторых людей будут отгонять от водоема, подобно тому, как отгоняют от водопоя чужих верблюдов. Представь себе, людей будут отгонять как верблюдов, так как отгоняют чужих верблюдов. И я позову их, идите сюда, но мне скажут. И обратите внимание на эти слова. Поистине они исказили религию после тебя. Какой была жизнь Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует? Какой была сунна пророка, да благословит его Аллах и приветствует? Они изменили ее после тебя. И я скажу им, прочь, прочь. То есть удалитесь отсюда. И это скажет пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, который так заботился о том, чтобы мы были на прямом пути, мусульманами, верующими, обитателями рая. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, мог бы принять решение о том, чтобы жителей Таифа постигло наказание. Но пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, не захотел этого и сказал, «Может быть, Аллах выведет от них потомство, которое будет верить в Аллаха и не будет никого приобщать ему в сотоварищи». Он думал об их детях, об их внуках. Может быть, они будут мусульманами. Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, волновали наши дела. Но все, если в судный день, когда закончатся дела и останется только расчет, раз те люди изменили религию и исказили ее, он скажет им «прочь, прочь». Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит, как это приводится в Сахихе Аль-Бухари, «Когда я буду у моего водоема в ожидании тех, кто ко мне подойдет, о Аллах, пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, будет ждать нас. Я прошу Аллаха сделать нас из числа тех, кто подойдет к нему, и кому не будет в этом отказано». И пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит, «И от меня будут отрезаны мужи из числа моей общины. И я скажу, они же из моей общины, и мне скажут, ты не знаешь, но они обратились вспять, они отступились». Обратились вспять, изменили и исказили религию. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит, «Я опережу вас у водоема, и некоторых мужей из вашего числа будут отгонять и устранять, то есть мне покажутся мужи из вашего числа, а затем их отгонят». И пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, скажет, «Это же мои сподвижники». А ему скажут, «Ты не знаешь, что они привнесли после тебя, ты не знаешь, что они делали после тебя». Посмотрите, все эти хадисы указывают на людей, которые изменили религию и ввели в нее какие-то нововведения после смерти пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. И их отгонят от водоема. И пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит, «Я опережу вас у водоема». От чего предостерег нас пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует? Он сказал, «Так пусть никто из вас не придет ко мне и не будет отогнан, как верблюд». Из-за чего? Ему скажут, «Ты не знаешь, что они ввели после тебя». И я скажу им, «Идите прочь». Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, предупреждает нас. Не будьте из числа тех людей, которые изменили религию после меня, которые ввели нововведение после моей смерти. Когда пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, увидит тебя, каким будет твое положение? В каком положении ты окажешься? Будешь ли ты рад и горд тем, что ты сделал для этой религии, что ты поклонялся Аллаху Святому Велик и придерживался пророческой сунны? Или же ты будешь в другом положении, когда тебе будет стыдно из-за того, что ты совершил, ввел в религию и изменил? В следующей серии мы поговорим о рае, кто зайдет в рай первым и что с собой представляют райские деревья. И да сделает Аллах нас с вами из числа обитателей рая. На этом все, и Аллах знает лучше. И да благословит Аллах и приветствует нашего пророка Мухаммада.